Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Рустенда, и я продолжаю прохождение от Super Mario Bros. 3. В прошлой части мы закончили второй мир, а теперь мы здесь в третьем мире. Это водный мир, и поехали в первый уровень из третьего мира, который, кто бы знал, находится под водой. Здесь мы плаваем, здесь пауэрап внизу находится, если Марио возьмет его. О, цветочек! Зато мы можем теперь тут врагов обстрелять, потому что тут я, как помню, что тут медузы есть маленькие, да, которые охотятся за мной. Вот они, эти медузы, блин, проклятые, которые ненавижу их. О, еще одна медуза! Да что ж с тобой, сдохни! Сдохни, медуза! Так, эти я не могу обстрелять. Давай! Быстрее, 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 быстрее! А, вот так, во! И здесь, друзья, в этом мире есть один уровень, где я вам покажу, как можно здесь собирать очень-очень много жизни. Но для начала нам нужно сначала пройти пару уровней. Ты собака, куда ж ты охотишься? Блин, пошел нахрен. А что тут внизу? А как туда вниз попасть? Там что-то есть же, да? Опять медуза. Опять медуза! Блин, дурак я. Дурак! Вот двойной дурак я, а? Не простой дурак, а двойной дурак. Потому что взял и хотел посмотреть, а как туда попасть, и там вторую медузу влепился два раза. Три ошибки сразу сделал. Нужно было зайти просто в трубу и все. А я что сделал? Да нет, я посмотрю, что там за медуза, что там еще есть. И получился такие вот фейлы. О, атлетика. Тут еще и рыбы плавают, и платформы тут. О, большое счастье для Марио, да? Что небо серое здесь. А тут что? О, звезда! Ой, блин. Ну, как всегда, да, эти рыбы тут меня бесят. Они как сумасшедшие, они тут прыгают. Нет бы оставались под водой, а они что делают? Они прыгают, как будто как дельфины. Спасибо! Спасибо тебе большое, что ты ни хрена не... Что ты вообще разучился все делать правильно. Гриб, бери грибок. Ты Марио. Звезду. Ух ты. Давай, блин. Да что ж такое, рыбы. Да блин, ну я на рыбы всегда попадаю, а. Вот если они на платформе, это уже для меня как смерть считается. Потому что если я хочу взять звезду и поубивать рыбы, чтобы получить хотя бы пару жизней. Я знаю, что тут один уровень будет, где мы можем собрать кучу, очень много жизни тут. Хотите узнать, как делать это? Ну, я вам покажу это. Как делать можно это? Что так сложно было сделать сразу для меня, а? Вот нужно мне было играться своей жизнями, потому что я думал, а, 6 жизней, это нормально, как-нибудь справимся еще, да? О, ну блин, а ну я хочу, звезда, только из-за этой рыбы, блин, я звезду не взял. Ай, блин, а, спасибо тебе, большая рыба. Большое счастье, что я сейчас свалился в воду и черепаха меня убила. Большое счастье для тебя, это Рустенда, так играть. Как туп... Как это... Как будто я первый раз играю эту игру, у меня такие скивы сейчас. Как будто я в первый раз играю в эту игру. Хотя бы я ее играл уже
пару раз. Последний раз я ее играл, когда 2-3 года назад, по-моему, да, я ее проходил был последний раз. Вот эти вот рыбы, они меня раздражают, когда они начинают прыгать. Вот что так сложно делать? О, бери еще одну звезду Востоку. Еще бы прыгал бы на платформу, это было бы счастье. Давай, еще одну бери. Вот так. Что, так сложно, что ли? Мне нужно сначала 3-4 раз сдохнуть, чтобы получилось, а потом все супер. Тут уже все равно. Финиш! Тум, еще и рыба меня этого убила бы. Вообще бы ор был бы. Ох, блин. Это еще хуже. Два гриба и один цветок. Ну ладно, пофигу, пофигу. Мы прошли вот этот уровень, и то хорошо. Хотя бы несложно был. Pick a box, it contest will help you on your way. Ура! Что здесь? А-а-а, тут еще эта штука появилась. Костюм лягушки. Это значит, мы с ним можем получше плавать под водой. Это прикольно. Там можно лучше управлять с ним, с этим костюмом. Так, это что за уровень? Третий. Окей. Ой, нет! 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 Да. Это рыба. Это большая рыба. Она если проглотит меня, тогда мы сдохнем сразу. И тут мне надо оставаться сверху, и нельзя мне попадать в воду. Вот это вот была проблема. То, что я сейчас упал в воду, и рыба меня сожрала. Я почти уже хотел на F2 нажать, чтобы сохраниться, но мы не будем использовать сохранение. Мы только в одном уровне будем здесь использовать сейф. Так, тут же где-то кнопка должна быть, да, по-моему? А где она тут есть? А где она тут есть? Тут меня черепаха нужна. Вот она, вот она. Тихо, тихо, тихо. Вот, вот. Вот, 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 вот. Вот она. Чтобы мне хотя бы тут пауэрап взять. А, блин, у меня цветка нет. Если бы я бы большой бы сюда зашел, я бы, наверное, здесь получил бы цветок. И можно было вот эту рыбу обстрелять. Так теперь будет уровень немножко сложнее, да? Или здесь мы получим цветок? Да! Вот он, вот он, вот он, вот он. Теперь вот моя тактика. Всегда оставаться по воздуху. А когда уже так делать, вот так убивать эту рыбу. Обстреляйте ее. Она появляется тут пару раз, но все равно обстреляйте ее, эту рыбу. Если играете в эту игру. Просто возьмите цветок и обстреляйте ее. Так это будет намного легче. Зато мы теперь можем и в воду попадать, и все такое. Но это нужно осторожно быть, потому что рыба каждый раз появляется. Лучше оставляйте здесь немножко больше времени. Тихо, рыба, 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 сдохни ты, сдохни. Дюм, прощай. Опа, опа, тихо, тихо, сюда. И мы теперь выбрались из этого уровня. Ура! Мы прошли его! И мы получили звезду. Ну, хотя бы нам скоро жизни вообще не надо будет. Если мы... Ой, блин! Нет! Здесь теперь нам в воде надо убивать этих... Хемебро! Тихо! А-а-а, ты скотина! Зацепил еще меня как-то. Но мы его убили, но он зацепил нас еще с последней силой. О! Молоток! Это круто, это нам пригодится еще. Так, у нас один молоток или два? Надо посмотреть, сколько у меня их тут. Два. Окей. Так, теперь мы пойдем в этот замок. Тум. И это здесь какой-то как лабиринт, по-моему, да, этот замок? Тут еще скелетные черепахи. Dry bones называется их.
Свомп. Так, и тут пару дверей неправильные, но я все равно зайду сюда. Потому что здесь, смотрите, здесь в воздухе двери находятся. И когда мы попадаем в двери, там мы все время здесь попадаем где-нибудь. Нам нужно в одну дверь правильную зайти, чтобы дальше пройти. Но этот замок не длинный, здесь не сложный замок. Просто надо гадать, какую дверь зайдешь, и надеяться, что правильная дверь будет. Так, вот эти двери уже все неправильные. Это я уже знаю. Так, теперь мы проходим здесь. Так, здесь двери тоже неправильные. Вот видите, сколько дверей. Вот это вот двери правильная. А теперь мы вот здесь. А теперь мы не заходим обратно в дверь, а идем сюда наверх. И здесь еще одна дверь. И так мы только попадем до бум-бума. Дун-дун-там-там-там-там. Тук. Прощай. Так, еще раз, еще раз, еще раз. Вот так. Та-та-там, та-та-та-там. Фух, мы прошли этот уровень. О, мы можем играть Memory. Так, тут я, кажется, запомнил, где что находится, да? Погоди. Так, здесь жизнь-ка, здесь монет. Погоди, а тут что у нас? Гриб? А тут что? Гриб. Окей, это я запомнил. Так, тут я что у нас? Звезда, и тут тоже звезда. Так, теперь надо посмотреть, где тут что еще можно найти. Цветок, где? Здесь, а? Да. Так, я хочу правильно все отгадать, все место это. Цветок, где еще? Цветок, где еще? Здесь? Да. Фух. Так, тут что у нас? Здесь монеты. Где они были? Где они были? Кажется, здесь. Жизнь там, черт. Ну ладно. Зато смотрите, у нас какой инвентарь стал. Мы можем даже... Здесь много слотов инвентаря. Так, здесь у нас... вот это П, вот эти вот... Инструмент такой, который мы можем усыпать здесь врагов на карте мира, которые ходят. Молоток, тучка. С этой тучкой мы можем пропускать уровень. С молотком мы можем разбивать вот эти вот камни, которые на карте мира находятся. Лягушка. Можем плавать с ней лучше под водой. Гриб, звезда, цветок, все ясно. Так. Что мы будем делать? Пойдем в пятый уровень. Да, давайте мы пойдем в пятый уровень, потому что четвертый уровень я оставлю на следующую серию. Потому что четвертый уровень очень специальный уровень для меня. Серьезно? Он может сожрать меня? Я даже не хочу, чтобы он меня показал, что он может со мной сделать. Тут еще и как манчерс, да? Вот эти вот. Ту-ту-ту-ту. Медузы, которые светятся тут. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нужно Спанч Боба сюда, он бы выловил бы эти всех медуз здесь. Он же любит ловить их. Ту-ту-ту-ту-ту. Спанч Боб и Патрик. Они бы выловили бы всех медуз здесь. В этой всей игре. Тун-тап-тап-та. Тихо. Рыба. Рыбы. Убиваем. 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 А то мы видели, что было в первом уровне третьем мире. Да? Тихо. Нет. Нет. Как я тебя ненавижу. Как я тебя ненавижу. Отвали. Она сейчас сюда, да. Конечно. Большая рыба выплевывает маленьких рыб. Рожает их, наверное, да? Че, мы прошли этот уровень, что ли? Серьезно? Серьезно, я так... Ладно, пойдем сюда. Что это было даже?
У меня такой шок сейчас, друзья. Я даже не могу представить, что это было. Что это было сейчас только? Как так произошло? Да. Как это? Что это было? Вот что это было сейчас только? Вот. Ой, блин, я даже не хочу повара поиспользовать. Уровень не сложный был. Вот что это было? Вот как я так... Ой, блин. Ой, блин, цветок. Грибок. Я уже начинаю, блин, путать грибки, цветки, там все подряд. Потому что за такой скилл, который у меня сейчас, я уже все начинаю путать тут. Мне нужно успокоиться тут. Я не хочу орать здесь в этой игре. Ой, блин, а... Вот что это такое? Вот что здесь происходит в этой игре? Вот, и вот, смотрите, вот я под боку вот так, потом он как-то меня 1000 километров вниз тянет, и все потом. Ты, наверное, из-за этого я сдох был, да? В конце уровня. В конце уровня мы сдохли были. Там уже... Ой, блин, а... Начинается тут у меня такие скиллы, блин, начинаются. Такие скиллы у меня огромные, что даже не могу представить. Ладно, возьмем цветок. Ладно, еще и звезду возьмем, блин, чтобы мне пройти этот уровень сейчас. То, блин, нормально проходилось все. Этот уровень нет, блин, за дурного фейла теперь везде только фейлы. Вот что это такое? Вот что это? Как это? Отвали, медуза! Отвали, я сказал! Ой, блин, а ты достала уже! Нахрен, пошла от меня куда подальше, блин. В такой хорошей игре и дом не заставляет орать здесь, а? Вот я каждый раз хочу успокоиться здесь, мне не дают успокоиться здесь, потому что все время что-нибудь происходит, которое снова напрягает мои нервы здесь, а в этой игре. Игра вообще даже не сложная, друзья. Я знаю, тут, да, будет дальше сложнее становиться потихоньку. Вот что, медуза, блин, находится за мной. Она специально стоит там, чтобы... чтобы отобрать мне все пауэрапы. Вот что это было? Ты не мог на эту платформу прыгнуть, что ли, блин, а, дурак ты. Хренов. В конце уровня сдохли. В конце уровня. В конце уровня. Ладно. У меня есть еще звезда? Нету. Ладно, пойдем убивать этих обоих придурков тут. Ту-ду. Хоть они тут не под водой сейчас. Так, ждем, ждем. Пошел нахрен. Все. О! Енота взяли и звезду получили. Какое счастье. Но все равно, 4 жизни мы просрали. Так, здесь я использовать молоток не буду. То мы начнем использовать молотки, когда уже почти пройдем этот мир весь. Но это мы займемся в следующей части. Давайте, до следующего раза, ваш Рустенда.